всем привет. Получаю очень много вопросов от девочек касаемо других девочек. У кого как получилось, кто как устроился, что случилось с теми, кто приехал в прошлом году и так далее. И сегодня утром у меня возникла такая идея, как создать рубрику в разделе «Новости» у себя на сайте, где небольшие краткие истории девушек, буквально там, что, где сейчас она работает, что там с ней стало и так далее. И фотографии. С фотографиями, как девушка выглядела до проекта, до работы со мной и после работы уже со мной. Вот, поэтому не забывайте заходить на сайт, смотреть новости. Вот, также как бы не забывайте смотреть новости на новом канале. Потому что прошлый канал был удален троллями. Сейчас существует новый канал. Там видео квартир, видео фотосессий. Все это показано, рассказано. Еще хотелось бы поговорить о том, что... Что байкер недоволен, что я прижала. Пожалуйста. Еще хотелось бы сказать о том, что будьте бдительны, девчонки, потому что, к своему сожалению, наткнулась на то, что люди стали копировать мою идею о создании такого вот проекта, чтобы девушка могла прилететь и стать моделью в Нью-Йорке. Дело в том, что любой как бы лузер, сидящий на Брайтоне в подвале, может сделать сайт буквально за сутки, закачать туда фотографии каких-то стриптизерш и сказать, что это модельное агентство. На самом деле это не так. Пообещать им модельные квартиры, пообещать им помощь с визами. Помощь с визами я оказываю, так, у меня у мужа своя компания большая с лицензией, которая позволяет оказывать эту помощь. А там неизвестно, как бы, куда вы попадете, да? И квартиры, я здесь живу 8 лет, я этих людей знаю все эти годы. Я знаю, к кому я заселяю девушку, я знаю, в каких условиях она там будет жить и с кем. А так сказать, что я предоставлю квартиру, то, я не знаю, цель там познакомиться или познакомить кого-то, также там. Так что узнавайте больше про агентство, куда вы собираетесь ехать. Что это за человек, то есть я вот сейчас еду там в своей машине, в свой дом, показано, где я живу, что у меня, открытая инстаграма, фейсбук, у меня все девчонки в друзьях, вы можете им там через меня написать. Вот, поэтому очень аккуратно с этим, потому что обещать могут одно, причем фотографии там на сайтах, я смотрю, используют. Я использую фотографии своих фотографов. У меня релиз-форм. Релиз-форм — это когда девушка подписывает о том, что мы можем использовать ее фотографии для сайта, например. Она может использовать наши фотографии для дальнейшего обустройства в агентство или там для работы и так далее. Поэтому тоже в этом плане очень внимательно. Это не совсем как бы легальные действия. Вот, поэтому заканчивая на приятной новости, что вы можете зайти на сайт, посмотреть как бы девушек фотографии новые, ознакомиться с их историей. Вот, поэтому все, всем пока.